Приветствую вас, дорогие друзья ведизма! Сегодня я расскажу об удивительном, конечно же, человеке. Он является великим учителем героев Махабхараты, причем героев как тех, которые играли позитивные роли, так и тех, которые играли негативные роли. Я имею в виду учителя пандавов и кауравов по имени Дрона или Дроначарья. Он был чрезвычайно необычным человеком, и прежде всего его была необычность в том, что он был одним из воплощений бога Брихаспати. Брихаспати, напомню, это учитель, гуру богов, и одновременно с этим он является планетой Юпитер. И планета Юпитер – это его место обитания, и он управляет ею. То есть Брихаспати или гуру – это, по сути, планета Юпитер, учитель и наставник богов. Так вот, Дроначарья был его воплощением. Он родился на Земле. Но родился он очень необычно. Он будет частью моего списка необычных рождений, которые я изучаю. Его рождение относится к типу «рожденный из горшка», то есть кумбхаджа, так как он родился исключительно от своего отца Бхарадваджи и оказался в горшке и вышел из горшка. Но более подробно об этом вы узнаете, если досмотрите это видео до конца.